Давайте посмотрим вообще. Напишите сразу по звуку, норм или нет, пожалуйста. О, давайте зацените спину. Костыч, боже, 100 лет тебя не видела. Мы еще даже не постримили. В Киеве было, мы не постримили. Да ну какая-то там. Костыч, на жопа. Держи в курсе. Мы должны были с ним стримить. Но он просыпается всегда. С мамки просыпался в часов, не знаю, наверное, в час, в два. Вот, а я стримлю с 11, с 10. И они никак не могли встать. В общем, они уже уехали к себе в деревню. Выйми! Я, кстати, без трусов. В шортах чисто. Мне интересно, писали ему... Тихо, сделать еще громче. Мне интересно, писали ему в чате уф или нет. Мне по полу ползал. Пиздец. Вовину, блядь. Смотри, какая хуйня, ебать, здоровая. Сколько она стоит? Я писал. Пиздец. Я в ахуе. Очень важно. Тут фасолька? Да какой ты? Блядь! Фасолька тут похожа на реально какого-то подростка, которого мама дала вещи на вырасти, она носит. Ну как-то не смотрится. Я в ахуе. Очень важный. Какой? Детектор лжи, блядь. Да какой детектор лжи? Блядь, сядь нормально в кадр. Нет, один вопрос отвечаешь. Давай. Вот сюда. Смотри. Был ли у тебя секс со строгой? А ты не мог сложить вот эту... Говори. Сейчас. А ты не мог сложить вещи? Говори. Был у тебя секс со строгой? Говори. Секс был. Со строго. Со строго. Простите, пальцы для начала сканирования. Блять, ну начинаю ебан... сканирование. Привет, камень. Пальцами. Сканирование завершено. Так. Вы сказали правду. А, шлюха, блять, ебаная. А мне нахуй рассказывала, что нет. Ебать. Да не было. Дай мне ган. Дай мне калаш. Не будет гана, блять. Честно скажу, мне кажется, что нет. Мне кажется, что не было. Я просто не смотрела в то время их движуху, но он же младше ее, как бы. Ну, хотя, может, им помладше нравится тоже, я не знаю. В общем, не знаю. Дай мне калаш. Нет. Ну, пожалуйста. Нет, сиглом играй. Последний раунд. Я отсосу. О, так, давай начинаем. На стриме все хорошо было. На, блядь, я лучший! Я специально под клип. Чё там? Кто там? Тяпку туда нет? Кинь, пожалуйста. Сука! Эй, йоу, молодой киберспортсмен, играешь в CSGO и пять. Come and dash here, buddy. I'm a clown, I'm a raz, I'm a gay. Ай! Bitch, sit on my face. Оу, йой-йой-йой. Какая красавица. Дилара, Дилара! Имя-то какое, созвучит. Ой. I attack that. Bitch, sit on my face. I attack that. Выглядит он как детеныш. Что это такое? Точно? Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand. Марк, мы вас слушаем. Да, здравствуйте, меня слышно? Он на дистанционном обучении или что? Ладно. Блять. Чуть предуфактное состояние не заработал. Вокруг розовое лето. Облизываю губы, бочек падает со скейта. Попробую не заметить, когда я рядом иду. Я научу курить твою младшую сестру. У твоей подруги в плеере бэйби фейсы, бля, фейси мэйби. На плеере Мерлин Мэнса. Малышка, я склею твоего старшего брата, и он будет на меня тратить деньги вашего папы. Maybe, baby, maybe, maybe, baby. Лучше твоей детки, лучше всех на свете.
эти губы пахнут малиной. Девочка, аскорбинка, мальчики, соберитесь. Это так некрасиво. Maybe, baby, maybe, maybe, baby. Лучше твои детки, лучше всех на свете. Я довольно-таки хуй. Ты красавчик. С днём рождения. Не плачь, братан, ты ебаный! А чё он плачет? С днём рождения, дядь, ёбаный рот, блядь! С днём рождения, с прошедшим. Это следующий счастье. Большой донат, самый крупный донат на канале Joint Time. Это слезы счастья, ребят. Он такой смешной. Ну, в хорошем смысле. Он не плачет, он по-другому он не плачет. Это слезы счастья. От большого доната. Хороший у тебя сквад, Саня. Сразу видно. Вот они все слева направо поделились. Никто не пришел на фан-встречу. Раз, два, Жожо, Неля, Хесус, Гаечка, Шадоуки. Он пьяный? Ну мы поняли, блядь. Не уплывайте, Джоан, не уплывайте. Мне говорят, что у меня охуенный сквад. Братишка Шадоукек и Гаечка. В итоге меня поддерживают пчелки, бусин и так далее, блядь. Так бывает в жизни, да-да. Макапелла вырезанная просто. А ты считаешь деньги в моем кошельке, и ты любишь только деньги, меня не совсем. И я вижу, как ты смотришь на этих людей. А, у кого есть своя яхта, тачка, бассейн. А я, что я? Снова я напиваюсь, снова говорю, пока мы не совместимы. У меня пустой карман, блядь. Снова я напиваюсь, снова говорю, пока мы с тобой не будем никогда, никогда. Слушай. Я дам все, что захочешь. Слушай. И может даже больше. Смотри. Нихуя себе. Вот это. О, у Хесуса, кстати, тут норм прическа. Мне это больше нравится, чем та, что у него была. Конечно, всем похуй, но ладно. А можно еще раз посмотреть? Вот это. Уточню, что отправка нюдисов без спроса, так не надо делать, это можно, красный. Я разрешаю, вы, пожалуйста. F за Дину, ребята. Это харассмент считается, так не надо делать, только нет, если вас попросили. Сюда. Сюда, Кавик. Тизер запускай, готовы? Внимание, все ждут. Камик, такой вопрос. Вот ты сейчас у меня в чате, здорово. Вот если бы меня, например, слили, и я бы знала, кто это, ты бы заступился за меня? Ты бы заступился или нет? Ну, понятное дело, что я посмотрел, там подрочил, но вот так вот по-человечески ты бы заступился за меня? Ты бы отпиздил GTA RP, если бы я попросила в GTA RP зайти в игру там и все такое. Тебя уже в лёд раз сливали, чел, блядь, какое-то тупорылое говно, нахуй. Мне тебя жалко, если ты не отличаешь фейк от настоящего слива. Где, Кави, где ответ? Я не слышу. Я не вижу, точнее, где ответ? Ты бы заступился за меня? Вот как мой друг по стримерству, как здоровый мужик, заступился бы или нет? Выше ответил он, я не вижу. Я ответил, конечно, на изи. О, брат, блядь, ну это, конечно, другое дело. Все, значит, я не сомневалась, в принципе, в тебе. Но нужно было немножко... Знаете, доверяй, но проверяй. Он думает, что фото в купальнике это слив. Да нет, но имеется в виду реально, там, какой-то чел меня слил, например. Я в расстроенных чувствах, но я знаю, кто это, я знаю, можно его выследить, там, в GTA RP и... сделать все по делу. Нужно отвечать за свои поступки. Правильно? Тут его тиктока, как пришествие, как победа Ленца в аукционе. Тизер тиктока Лехи.
Осталось дождаться снимателя. Так, я думаю, что он уже загрузил на мою ссылочку. Михалина, ты понимаешь, что порно с участием тебя и Ланы было бы самым охуенным в индустрии порнофильмов? Я уже говорила это на стриме, но если бы Лана согласилась со мной бы снять порно, честно, я бы сняла с ней порно, только с ней. Я считаю просто ее идолом красоты, вот, которая вот у нас сейчас вот выглядит так, как выглядит мой идеал. От лица до фигуры, вот честно, Лана Родс, да. Вот если бы она меня узнала, и она сказала, ну ладно, с тобой вот можно, я бы с ней согласилась снять, я бы сама вот так у себя, получается, сняла. Ну потому что она настолько охуенная, ну просто, это 100 из 10, лучше нет никого, мне кажется. Жесткая, она прям жесткая. Ладно, уже не снимается порно, ну да, я понимаю, но если бы она с мной согласилась, такой ноунеймшей, блять, я бы согласилась, вот честно сказать. Я бы все бы бросила, снялась бы с ней в порнухе. Даже, ну так вот, чтобы мне ничего не платили, вообще ничего, вот так вот. Ну что она очень красивая, она прям, она идол красоты для меня. Но ты же понимаешь, что этого никогда не будет, поэтому так спокойно соглашаюсь. Ну я понимаю, что этого никогда не будет, но если вдруг бы она такая, ну окей, давай с тобой, я бы такая, давай. Где лизать? Покажи мне, где клитор. Я его тебе... Я все сделаю. Все сделаю. Главное, можно с тобой сделать фотку. Готовы? Я купил... Секунду. Да, секунду. Я уже всем разослала. Я купил чебупиццу, и когда открывал ее, там были чебупели ебаные вот эти пельмени. Я очень сильно расстроился. У меня такое было недавно. Вот, Катя, и короче, я тебе рассказываю, оказывается, есть уебаны, которые берут и меняют упаковку, чтобы типа... То есть чебупицца стоит 125 рублей условно, а чебупели стоят там 80 рублей. И они берут вот эту упаковку картонную, они меняют, типа, прикинь. Офигеть. Я думал, это ошибка на производстве, а это уёбки. Ладно, в клипе закипит. Сектор плавит. Ну, конечно, блядь. Ты охуела, блядь. Я даже не прочитал. Ну да, блядь. Совместимость хорошая. Пара, набравшая такой результат тестовался, совместимость живут счастливо и дружно, как и большинство. О, сейчас чекнем. Мы будем счастливо жить и дружно. Не делай больше так. Сейчас чекнем клип-планы. Давай, по-дружески обнимем. Поворачивайся. Давай. Так поворачивайся, что ты боишься? Давай. Значит, ты чувствовал, когда с другим другом сосались и ебались? Я не знаю, я говорю не про них, я не кидаю вброс, а тут нельзя обняться. Типа на стриме. Это смешно. На самом деле. Друг. Ну не ладно, она там снималась, я поняла. Но сейчас чекну клип, чтобы она мне, окей. Спалила, да я ни с кем не общаюсь, блядь, я не знаю, или они сосались. Я не знаю, я даже не видела их вместе за это все время, когда Гицуха в Киеве. Я ни разу не видела Вадю. Вот честно скажу, просто мне такая мысль пришла в голову. Вот и все. Вот, блядь, честно, я не знаю, я даже со злым не общалась за это все время, я не знаю. Топай меня, блядь. И если бы я знала, я бы вряд ли такую фразу сказала, чтобы, типа, блядь, потому что стыдно было не подставить никого. По-братски, типа. Ой, блядь, какой же долбоёб ебаный. Хочешь один прикол расскажу? Ну-ка. Мне доставили, короче, пиццу, понял? А она была... Вася, такая пицца была. На диете, блядь. Не-не-не. А, да, до разлова, я же их видела, точно. Но просто я их видела раза 4 за все время, потому что их где-то постоянно не было. Блядь, что-то не то я сказала, подождите. То есть я была не там, где были они, потому что дом настолько огромный, что я типа пряталась. Не пряталась, блядь, а я была там, где, короче, их не было. Из-за этого я даже не запомнила. Вот, я реально забыла, что их там видела. Не, ну честно, ну блядь, как вам,
наказать. Я ни разу не видела, чтобы они там за ручку шли. Вот честно, ни разу. Ну ни разу. Что там такая пицца была? Я тебе сейчас отправлю фотку, если у меня есть, бля. Бля, ну ты еблан, я здесь захотел, короче, заказываю, похуй. Ну ебать, я бы полох. Чисто два кусмана, ёбну, слышь? Мог забрать уж одного. У Камика все было видно, что не обнимались. Даже я этого не видела. Я сбиться, говорю, держите, я ему говорю, спасибо. Они трахаться, мне хрена, говорит, я вас не видела. Потому что, блядь, я реально не видела ни разу никаких замашек. Замашек отношений я не видела. Честно вам скажу. Просто, блядь, будет обидно, если у них реально это было. Я такое спизданула, и они со мной перестанут вообще общаться, потому что я такую хуйню сказала. Хотя я даже не знала. Ну, типа, я не сказала насчет них, я предположила в общем ситуацию. Это самое обидное будет, потому что я даже не знала. Я не знаю, что у них. Дай. Это твой телефон? Блядь. Это твой? Блядь. А где твой телефон? Продай мне айфон, Вадь. Да не, он типа один у него, он использует в спальне, другой использует на кухне, другой использует в своей комнате. Не знаю, третий. А десятку использую, чтобы снимать видео с Наташей. Я отключил от iCloud и снимаю, как я ебу. Кого там ебёшь? Тебя. Да что? Потому что у меня психологическая травма, связанная с такси. Тебя высаживали? Нет. У меня просто папа водителем был, ну, такси. Ага. Вот, он ушел от мамы. Надо говорить, не ушел, а уехал. Укатился, блядь. Блядь, он даже не засмеялся в шутке. Это, походу, жестко. Ри вчера точно намекнула все на стриме. А что она говорила? Я не знаю. Жесть, типа он работал в такси, познакомился с девушкой какой-то и ушел от его мамы. Блядь, сочувствую, чел. Конечно, что ты хочешь? Что угодно. Тебя. Оп. Не понял. Не понял, я шарфую. Она вылазит! Она сейчас вылезет! Она вылазит! Да давай! Да, Арняна тебе сказала, что у них отношения? Почти! Ну, Генсуха, может, и сказала, мне никто ничего не говорил, я не знаю. Опа, может какой-то инсайдик? Как она на нее смотрит. Хочу, чтобы на меня кто-нибудь так же смотрел, как Вадим смотрит на Генсу. Любовь. Вы с Мариной лучшие друзья, да? Алло. Блять. Совсем дешевый это. Да, ну попробуем, давайте. Вы по сколько она стоит? Что-то обещаю или что? И вы, покупатель заплатит. 400... Нихуя комиссия, блять, ты шо, охуел, блять? Она ж 15%, блядь! Я закидываю бабки, проёбываю, еще должен что-то платить, чтобы потом эту хуйню продать? Ты чё, ебать, нахуй? Ебать, вы видели комиссия? Ну, вводишь транс, то есть представляем, что ты очень гохти. А что это такое?
врачом, мы никого. Бля, я тоже зашла в ТикТок. Этот чел просто ведет прямой эфир. Не знаю, на что люди способны, чтобы хоть как-то прохайпиться. Ну, это вот мне кидать. Это что такое вообще? О, вот этот момент я видела как раз, прикиньте. Как раз этот. Аж... Блядь, аж усилом нахуй. А я как раз сидела с своей подружкой. Я говорю, прикинь, это твой сын. Пи-пи, пи-пи, пупу, пи-пи-пупучек. Нет, пизда, пиздец. Это пизда, это же современно связано с реальностью. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага, давай. Глеб, что с Лунтиком? Дай ноги, блядь. Это Лунтик? Я думала, что это поросенок. Такие ушки, как у поросенка. Там, иди нахуй, иди. Ты дай ногу, блядь, заебал. На. Это пиздец, сейчас я вообще ничего не понимаю. Это уже, блядь, какая-то новая стадия. Это смешно вообще. Поросёнок? Thank you for following, guys. Ну, да, поросёнок. Понятно, хуйня смешная в чате. Thank you for following, нахуй. Раз, два, три, Вася, нам не блок. Вася! Где ты видела поросёнок с четыре уха? А там что, четыре уха было? Я просто... Я заметила розовые ушки. Фиолетовое тело. Вот, но мне почему-то казалось, что это поросёнок. Оказывается, это Лунтик. Я даже не видела мультик Лунтик. Мультик Лунтик. Осторожно, стример ужился в рот. Ты не согласен. Фу, бля, объелся. Блядь. Так не ешь тогда! Нахуй убери! Так много привезли, блядь. А нахуй так много заказал, блядь. Чик этими. Ну, а вот это тогда свой чик. Да я разок пшикну, чтобы у тебя хоть запах нет, был. Нет, ну ты уже пшикнул. Свойский, дай в руку пшикну. Нет, да нет, я... нет, нет. Да я раз пшикну, чтобы да хотя бы приятно было на тебя сидеть, блядь. Нет. Не воняло нахуй ДСП, блядь. Нет. ДСП, блядь. Я сюда, блядь. Они так смотрят. Я как будто нахуй в этом, слышишь, в магазине стройматериалов, блядь. В древесном отделе, нахуй. Вадим! Я Вадим, ну пожалуйста! Я не нажал, даже хоть ты орёшь. Они смотрятся? Просто я не понимаю такого выражения, как пара смотрится. Смотрится пара. А что такое ДСП? Я не знаю, что такое ДСП. Камик, расскажи мне, пожалуйста, объясни. Я не знаю, что это такое. ДСП. Ну, типа бревна, дерево. А-а-а. Доска ебаная. Доска, примерно. А, окей. Я тоже не знаю. Спасибо большое. Стоит, когда он начинает орать, он тише становится. Не, нормально, нормально. Все вместе, блядь! Если! Ничего себе закрутил шутку. Хуй! Урта! Твоя! Твоя братная! Урта! Ебать, он орёт, блядь. Это просто пизда. Ебать, он верещит, нахуй. Если бы я не читал современные русские книги, то у меня жизнь была гораздо счастливее, потому что это такой пиздец. Ты, блядь, чё не читаешь? Там, блядь, ебанули бабку, там этого ебанули. Этот помер от, блядь, тифа, тот от этого помер, того зарезали, нахуй, того убили. Ебать, как жить, нахуй? Я лучше, блядь, реально, блядь, я лучше смотрел А4, блядь, чем вот эту хуйню, блядь. Что, блядь, давай, парень. Лежать! Вадя, если не доверяет, погоняй, все. Во-во-во-во-во! Ебать, она копчиком уебалась, блядь! Разве не он поймал? Да, на жопу прям... Да, на жопу ударилась. О, вот это клево было! Видели, как он уклонился? Офигенно просто! Одну минуточку. Небольшая. Она не жопу ударит, а мышками об его руку. А. Любовь. Руки в петли, руки прямо как у Джей, руки на замок.
Руки в пепле, губы об твои. У меня эта песня ассоциируется с первым курсом универа. Я снова в дверях, так, руки 5 лет назад. Пусти, что валю. 4 года. Я 4 пообещал, года. Что смог выйти. 5? Да. Любовь. Прикольно закончилось, кстати. Он такой сказал любовь, потом начал смеяться, вот эта музыка так подстроилась, прикольно.